Сегодня в центре Тирасполя перевернулась «Тойота». Очевидцы ДТП говорят, в авто врезалась другая машина. «Тойота» ехала по главной дороге, ее подрезали. Водителя забрала скорая, но его жизни ничего не угрожает. Машину перевернули и отбуксировали. Ударилась и перевернулась. Видел, как водитель вылез только из машины. Все. Сам вылез или его скорая? Сам. Скорая была? Две скорые было. Его забрали. Только я не видел, там он ходил, ни крови, ничего не было. Говорят, что ребята, один торопился, а другой ехал, и что-то случилось тут, и один повернулся, влетел и перевернулся. Все. За неделю праздничных каникул в республике 46 аварий, пострадали 10 человек. Было в празднике и много пожаров. В одном из них погибла женщина. Трагедия произошла в Дубасарах. Загорелась летняя кухня. Там жила лежачая пенсионерка. Дым обнаружила ее дочь, вызвала пожарных. Выяснили, загорелся диван. Он стоял вплотную к печи. Было установлено, что предварительной причиной возгорания является нарушение правил эксплуатации печи. Перекал печи, она была не обслужена, не оштукатурена. Всего за неделю 12 пожаров. Основная причина – нарушение правил пожарной безопасности.